Добрый день. Сегодня у нас Gear Sandwich от компании Chi. Тут даже сэндвич изображен. Кубик такой трехцветный. Техническая информация. Их герой комиксов Гегия, кажется. Ну, такая вот более детская упаковка. Открываем. Смотрим. Есть инструкция. Есть инструкция. Но в инструкции есть одна проблема. Где-то было видно. Смотрите. В итоге должен получиться красно-желто-синий шестеренчатый кубик. Вот здесь он изображен. Если видно. А у нас синий-желто-красный. Вот беда. Что же делать? Я нашел только единственный способ исправить, вот так, перевернуть. Если кто-то знает другое решение, напишите в комментариях. Ну а теперь серьезно. Кто же это такой? Шестеренчатый куб компании Chi, который сделан по образу и подобию классического шестеренчатого кубика, гиркуба от Chi. И вот когда смотришь издалека, кажется, что они одинаковые. Но если их поставить рядом, один и тот же производитель, но размер разный. И размер, видимо, у нового кубика 57 мм с обычной трешкой. Если сравнить, он чуть-чуть побольше. Здесь 56 Guhong Pro M, а это, видимо, 57. А классический, наверное, все 60. Ну, вращается примерно так же, выглядит аналогично. И даже вот эти вот надписи изобретателей те же самые. Ну, бренд и Рафаэль Пазлс, да, кто-то из авторов. В чем же особенность сэндвича? Тут все так же вращается, все так же неплохо, чуть поменьше кубик, но его сложнее перемешать. Мы помним, что обычный гиркуб от Chi обладает дополнительной способностью по сравнению с древними. На нем можно разворачивать ребра. Если сделать R2-U2, 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 то ребра развернутся на 180 градусов. Причем так сделают 8 из 12. Подробное обучающее видео по этой головоломке есть на канале. Кому интересно, вбивайте, как собрать гиркуб, и все найдете. Здесь же ребра одноцветные. И мы сделаем если ту же самую комбинацию R2-U2 трижды, то все останется так же. В обычном кубике ориентация уголков тоже не важна, так как у них есть только свои особенные места. Поэтому явление одноцветных уголков здесь ничего не меняет. Но из-за одинаковых ребер сложнее перемешать кубик, но я попытаюсь. Вот, мешал и не особо перемешал. Так. Ну, допустим, как-то вот так. Сейчас будем собирать, наверное, параллельно оба кубика, чтобы понимать, что стало нового. Напомню, что вращать гиркуб можно только на 180 градусов. Вот так вот, полный оборот. Если повернуть, как обычный кубик Рубика, на 90, и он дальше будет вращаться, то здесь вращаться не будет. Но есть Gear Mixup, где такое возможно. Когда-нибудь про него расскажу. Что мы делаем на обычном? Собираем центры. Собираем не центры, а углы. Ставим интуитивно уголки. Находим, где центры стоят хорошо. Ставим их по бокам. И здесь вращаем до тех пор, пока центры не вернутся. Как-то вот так. Что мы будем сделать здесь? А, да, то же самое. Вот у нас одинаковые уголки. Одинаковые уголки. Центры. А вот центры везде разные. Но где-то желтый центр между синим и красным — это норма. Поэтому предположим, что вот здесь это хорошо. И просто покрутим вот так, пока что-нибудь не соберется. Синий встал на место, красный на место, но эти где-то. Ну, где-то и ладно. Ну, по сути, у нас все уже собралось, поэтому головоломка такая не очень сложная.
Но что мы должны делать на обычном гиркубе? Надо найти ребра, которые нужно поменять местами. Ну и обратить внимание, вдруг кто на месте стоит. На месте никто не стоит. Можно сделать рандомно из любого положения алгоритму. R4U2, R4U2 дважды, и кто-нибудь на место вдруг встанет. Да, встал вот этот элемент, этот. Берем их вот так вот на средний слой и меняем вот эти. Но если эти поменять будет плохо, а если вот эти поменять будет хорошо. А чтобы вот эти поменялись местами, а вот эти будут по диагональке меняться. Тоже делаем R4U2, R4U2. И вот уже все ребра на местах. Остается только покрутить, пока не станет хорошо. Да, они могут быть перевернуты. Это нормально. Да, можно помнить, в какую сторону вращать. Например, если быстрее становится вот так, то лучше покрутить на себя. 4 оборота. И вот, здесь что-то перевернулось, но такого этапа здесь нет. Давайте что-нибудь смоделируем, чтобы было поинтересней. Поменяем какие-то ребра местами. К примеру, вот эти. R4U2, R4U2. И получилось что-то вот такое. Но здесь вполне очевидно, что получилось. Попробуем запутать пострашнее. То есть вот эти надо поменять, а эти по диагонали. Как-нибудь вот так вот еще сделаю. Сейчас вот визуально ничего не изменится, да? Если я сделаю R4U2, R4U2. Визуально ничего не поменялось, но по факту у нас вот эти ребра поменялись местами. Но они все одинаковые. Но здесь все красные ребра стоят на синей грани, а здесь все синие ребра на красной грани. Ну и менять их, видимо, нужно из другого положения. Поменяем вот эти два. И тут эти как-то переставятся. R4U2, R4U2. Это хорошо. Это хорошо. А, ну и все встали. Здесь можно найти такую ситуацию. Сейчас мы докрутим, чтобы стало красиво. Вот так. Здесь можно придумать еще такую ситуацию, поменять вот два желтых ребра местами. По диагонали поменяются вот эти. Будет что-то необычное. Да? Кажется, желтые на местах, а вот эти вот по диагонали. Такой ситуации на стандартном кире не бывает. Там должно перемещаться больше элементов. Хотя она может бывает, но с одного раза не решается. Здесь же решается с одного раза, потому что одинаковые можно менять местами как угодно. Если я поставлю вот так, то могу еще сильнее запутать, наверное, а либо соберу. Что получилось? Желтые, но их как не ставь. Получается, у нас и вот эти поменялись местами, и вот эти. Короче, все кроме желтых нужно менять местами. Ну а в итоге можно решить одной комбинацией, видимо, вот так. Хотя мы делали до этого две. Ну, можно здесь поэкспериментировать, чего-нибудь еще интересного найти. Но этот кубик не так просто перемещать, чтобы было интересно собирать. Чаще его так рандомно, если покрутить, он сам и соберется где-нибудь на середине сборки. Так. Здесь еще центр не важен, где стоят, поэтому можно меньше крутить. А здесь уже важно, иначе я крутить не в ту сторону. Ну вот такой вот гир-сэндвич. Ну как и обычный, он не сильно сложный, но еще и минус этап. А этап, который здесь отсутствует, это ориентация ребер. R2U2, R2U2, R2U2. Не знаю, стоит ли делать отдельное обучающее видео по сэндвичу. Возможно, когда-нибудь, если будет скучно. А так, нехитрая головоломка. Если вам понравился гиркуб, то этот вращается не хуже. Ну и определенный интерес в сборке тут есть. Хотя, естественно, ничего сложного.
А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.